Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush. И у нас с вами следующая миссия, которая называется «Лагерь бандитов». Отличная работа! Вам удалось обратить этих трусливых злодеев в бегство. Слаженные усилия ваших воинов обескуражили большинство из мобильных групп. Но они отступили вглубь леса, и есть все основания полагать, что у них есть тайное логово в лесной глуши. И там они хранят свою добычу. Преследуйте их, выманите из укрытия и верните награбленное. Имейте в виду, разбойники наверняка разработали хитрый план побега. Ну давай посмотрим, кто из них хитрее. Они или мы. Ну елки-палки, две дорожки, а? Нам придется с вами защищать. Но на этот раз я думаю, что Элорочка меня не подведет, и я не стал ее намеренно менять. Так, тут какая-то паутина. Неужели здесь будут пауки? Так, головорезы и штурмовики. Ух, елки-палки, как же это сложно, друзья мои. Ну, я думаю, что вот сюда нам стоит поставить бомбарду. Вы скажете: Рэй, ты достал уже своей бомбардой. Ну, на самом деле, очень хороша штука. Тем более, когда ее превращаешь в Теслу, и она будет нам прикрывать вот эти вот две дорожки. А вот это вот без присмотра остается пока. Тоже надо об этом подумать. Вот сюда я, наверное, поставлю отряд солдат, которые будут прикрывать либо вот эту дорожку, либо вот эту. Все зависит от того, где они нам понадобятся. Но этого мало. Нам нужно еще, скорее всего, поставить магов. Магов можно влепить, опять же, где-то здесь. Да, скорее всего, вот сюда я поставлю мага. И все, магия у меня на этом... деньги у меня на этом закончились. Ну что, друзья, давайте посмотрим, куда они пойдут, как они пойдут. Естественно, Элору я выставляю вперед, чтобы она у меня начала прокачиваться. Ну, Элорочка, не спи, пожалуйста, не спи. Я немножко тебе даже подсоблю здесь. Ну, ё-моё, что за дела-то? Так. Ну, если что, у нас есть с вами... метеоритный удар. Понятно, здесь у меня, короче, без прикрытия все, да? Они пошли, значит, вот по... О, хорошо, что они у меня метают копья. Это мне, кстати, большой плюс. Причем наносят нехилый урон. Так, замечательно. С этими мы справимся. Тут уже волки, ё-моё. Они же быстроходные, да? Они быстроходные, что же тогда нам сделать? Эй-эй-эй, воины, давайте... Эй, Лорочка! Ice Ice Baby, это все понятно, но... Ты уж помогай здесь. Сейчас волки побегут, блин! Я даже не знаю, давай, наверное, сюда переведем пока солдат. Блин, и там прикрывать надо, и тут прикрывать, и хоть ты разорвись. Что будем делать? Как будем с вами действовать? А, эти идут... Блин, они разделились. Волчары, стоять! Вот зачем я сейчас вот это потратил? Кто мне скажет, а, друзья? Зачем я, блин, потратил? Короче, у меня нет другого варианта. Вот так вот только могу позволить себе. Смотри, Кайлора забомбила этого жиробаса. Молодец, красавица ты моя. Так, усилим наших солдат. А здесь-то кто? Гигантский паук, я так и думал. А здесь у нас волки и лютоволки. Так, не хватает прокачать мне бомбарду. Ладно, посмотрим, пауки. Ну, в принципе, с ними справиться реально. Давай я сюда поставлю лучников. Вот таким вот образом. Так, здесь справится. Вот здесь мы с вами, ну, так скажем, наемников призовем. Ё-моё! Неужели пробегут, а? Ну ты посмотри, ну... Не успел. Хе-хе-хе. Так, здесь хорошо у нас пойдут дела, как думаешь? Давай, наверное, лучников тоже поставим. Ну, хоть как-то прикрывали, чтобы мне. Давай, родные мои. Держим оборону. Вот это мне совсем тут не нравится. Пауки, пока обычные. Я боюсь, потом пойдут вот эти вот, которые могут яйца откладывать. И тогда будет здесь трындец. И тогда будет здесь трындец.
Так, лучники прокачаны. Кто у нас тут? Горгульки и горгульки. Угу. Ладно, давай. Знаешь, что мы с тобой сделаем? Вот так вот. Они ведь будут бить их? Ох, причем довольно хорошо. Это уже меня радует. Это уже меня радует. Так, мага надо будет прокачать еще. Слушай, они довольно долго стоят. Не так быстро, да, исчезают. Поэтому я очень доволен, говорю. Давай я расстреливай горгулек. Здесь у нас тоже все пока хорошо. Мага мы с вами... Так, гигантский паук. Вот, матка. Вот ее я боялся, сейчас пойдет. Она же будет плодить маленьких паучков. Мне это не нужно на самом деле. Я не хочу, чтобы она плодила маленьких паучков. Давай, 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 давай. Добиваем этих горгулек. А тут-то кто? Ой, блин. Сейчас начнется, по-моему, веселуха. Так, мне не хватает 270, да? Так, немножко монеты, и мы с вами сможем вот так вот сделать. А вон она идет, эта матка. 4 штуки их должно быть. Она будет плодить яйца. Ну, по идее, должна. И оно так и происходит. Оно так и происходит. Господи, их там целая куча. Шобла бежит. Справился, да? Вроде бы. Так, здесь помогаем. Помогаем нашим ребятам. Так, ты уже 5 уровня у меня, Элорочка. Это хорошо. Так, давай-ка мы, наверное, здесь сделаем бражный зал. Пускай они будут метать свои топоры. А, пока они ничего метать не будут. Ну, пускай так дерутся. Кто опять там? Блин, теперь опять волки пошли, а? А тут матки эти. Так, мне хватает, мне не хватает. Мне нужен голем, друзья. Мне нужен срочно голем. Как можно быстрее мне надо его получить. Как быть-то здесь? Эй-эй-эй, главное никого не пропустить нам. Так, мародеры бегут, ну с ними справимся. Вот волки, они очень быстрые, поэтому нужно их контролировать всегда. И бомбарду, когда же я ее прокачаю-то? Вместо того, чтобы взять и поставить голема, я взял бомбарду лучше, ладно. Надеюсь, я это не зря сделал. Куда ты вот бежишь, м? Разогнался он мне здесь. Надо подсобить. Конечно же. Что-то какие-то бражники слабые в ближнем бою. Я вот посмотрел на них. Вообще никакого эффекта от них нету. Давай бомбим. Так, следующие у нас пойдут. Налетчики, мародеры, штурмовики, головорезы. Ё-моё. Все отребье. А здесь они, я так понимаю, да, хранят свои сокровища. Ё-моё, мародера, это налетчики у нас. Ну, тоже довольно хитрые и шустрые. Мне без голема здесь не обойтись. Мне нужен голем. У них выдающаяся защита. Угу, угу, я так и понял. Давай поставим. Давай, 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 расстреливайте. Слушай, он слабак. Смотри, мы его быстро разобрали практически. Вот сюда еще защиту поставим. И сейчас мы просто всех расстреляем здесь. Да, очень круто, мне нравится. Так, и вот она, Теслочка моя родная. А что ты не бомбишь молнией-то своей? Вот, совсем другое дело. Так, тут у нас идут мародеры. 4 штуки. Нам нужно прокачать что с вами? Статическое напряжение, конечно же. Прокачаем статику. Будем наносить массовый урон. Как раз против паучков и всего прочего. Так, 7 уровень получила. Слушай, она очень быстро раскачивается. Видимо, за счет того, что наносит очень много урона массового. Статику прокачиваем. И все. Так, ну вот здесь, мне кажется, нужно тоже поставить лучников. Я надеюсь, здесь не будет никакого главаря бандитов, босса. Тихо-тихо-тихо-тихо, не надо стрелять, пожалуйста. Не надо мне в Элорочку мою бомбить. Ice Ice Baby. Так, головорезы и налетчики с мародерами. Ждем, ждем эту команду. Слушай, вот здесь вот, мне кажется, нужно делать защиту, пока не поздно. Пока есть у нас такая возможность и время. Да и вот тут тоже бы не помешало бы на самом деле. Голем еще нужен, ё-моё, я все про голема забываю.
Так, Элор, отойди. Пока не время, да? Пока не время. Я вызову, наверное, здесь голема. А потом займусь вот здесь. Скорее всего, поставлю бомбарду. Здесь у нас будет Тесла, а здесь будет толстушка Берта, естественно. Без нее нам никуда. Так, тихо. Что-то мне вот это вот все не нравится. Вот так-то будет лучше и спокойнее. Так, ну что, голема я вызываю. А здесь поставим с вами бомбардочку. И будем ее прокачивать до толстушки Берты. Так, тут у нас все хорошо. Нужно, конечно же, прокачать еще этих стрелков, мушкетеров. Ну и голема укрепить. Так, 25 гаргулек пойдет. Так, здесь головорезы, головорезы и гаргули. Оу, что-то мне это не нравится все. Это дурацкая затея, на самом деле. Так, маг, не отвлекайся. Давай по гаргулькам бомби. А здесь? А здесь-то кто будет бомбить по гаргулькам? Кто мне скажет, а? Они будут спокойненько себе лететь? Нет, тут у нас мушкетеры стоят, да? Угу, и еще помощь у меня есть. Ну, как-нибудь справимся, я надеюсь. Как-нибудь здесь все-таки мы справимся. Так, а мы в этот момент будем с вами прокачивать нашу толстушку Берту. Слушай, ну Тесла вообще великолепно. Вот мы еще вот так прокачаем. То есть вот эта вот молния, да, которая как шаровая расходится по всем врагам, она наносит хороший урон. Так, здесь мы можем шрапнельку прокачать. Тихо, не надо пролетать. Гаргульки, не надо пролетать мне здесь. Блин, неужели придется? А, наверное, придется. Фух, продержались. А дальше у нас тут будет лютоволк. Слушай, очень много лютоволков сейчас побежит. Нам желательно быстрее бы поставить толстушку Берту. Очень быстро нужно ее влепить. Так, тут еще у нас идет разоритель. Разоритель, а он пошел поверху. Воу! Друзья, он пошел поверху. Нам нужно, наверное, идти сюда наверх, потому что он может пройти. Он может пройти, давай овцу прокачаем. Голема. Так, замораживаем его, естественно, замораживаем. Не даем ему пройти и продвинуться. Так, давай, родные мои. Там волков очень много. Теперь быстро сюда перебегаем. Слушай, что-то как-то много тут волчар-то, смотри. Накопилось. Фух, красавица ты моя, а, Элорочка. Справилась. Так, овечка, правильно, так ее. К ногтю. И мы прокачиваем толстушку Берту с вами. Так, ну что, толстушка Берта у нас с вами готова. Надо вот этих вот, кстати, ребят тоже мне прокачать. Прокачать. Так, кассетный миномет здесь пригодится. Как раз против вот... Ох, сколько их тут бежит. Так, смотри, опять этот ханорик проходит, а? Почему ты его не превратил в овцу? Вот скажи мне, пожалуйста, а? Отлично, готовченко. Так, мародеры, разорители, две штуки. Налетчики и опять мародеры. Ну давай вызывать. Кстати, вот этого голема нам нужно с тобой вот немножко сюда сместить, чтобы он вот здесь стоял. А то они расходятся на разные дорожки. Ать, как не вовремя я его поставил. Сейчас будут... Сейчас его будут наказывать, поэтому давай сюда. Уберем обратно немножко. Куда они пойдут? Они разделятся, наверное, да? Кто-то наверх пойдет, а кто-то... Ну да. Разоритель пошел поверху. Блин, это невыгодно мне. Это невыгодно. Давай голема я поставлю, наверное, туда, наверх. И вот так прикроем. Отлично. Так, 415 денег у нас. Прокачиваем в яблочко. Слушай, ну в принципе, все должно быть хорошо. Все, Элора получила у меня последний 10 уровень. Вот здесь я еще поставлю рыцарей.
спросит, зачем? Потому что когда волки здесь бегут, чтобы они прикрывали. А в этот момент Берта будет их бомбить. Вот так вот. Так, у нас матки. 30 штук пойдут сейчас. Это пауки, да? Это пауки, поэтому... Давай лучников. Они, по-моему, боятся стрел, насколько я помню. Упс, погоди-ка, это что такое? Это что за фокусы тут, а? Ничего себе, хламоны. Вот, как раз волчары бегут. Вот, смотри, сейчас будет толстушка Берта их тут наказывать всех. С пауками пока все хорошо у нас получается. Мы их убиваем, уничтожаем. Нормуль, без паники, как говорится. Слушай, вот здесь можно, в принципе, поставить что? Стрелков. Поставим с тобой лучников. В овцу превратили. Разорителя, сейчас мы его убьем. О, видишь, как Берта валит. Так, погоди-ка. Тут враги подоспели. Так, Элора. Элора, давай иди сюда. Здесь ты, по-моему, нужнее в данный момент. Ну-ну-ну-ну, валим их. Че смотрим, наслаждаемся тут жизнью. А этих-то че вы? Элора. Фу ты, елки-палки, чуть было не пробежала эта овца здесь. Паршивая, а? Чуть было не пробежала. Берта, ну. Давай отравляющие стрелы изучим с тобой. Как-то вот стрелок мало урона наносит. Надо его прокачать. Там у нас горгульки на подходе. Там у нас горгулечки, да, собираются идти. Так, минус. Тоже сейчас минус о нем. Так, рыцари. Давай, наверное, мы сделаем. Раз горгульки, значит, нам нужны здесь бражники. И прокачаем метательные топоры. Ну что же, пускай горгульки идут. В яблочко. Так, они здесь. Так, разоритель тут еще идет. Ой, смотри. Все, кому не лень, собрались в поход на меня. Главное, самое удивительное, что я пришел на их, как говорится, на их этот секрет, на их логово, да? А они все почему-то прут на меня. Такие спокойные, довольные. Хламоны, несчастные, да? Так, давай-ка вот так вот прокачаем. Лучником я хотел прокачать стрелы отравленные. Пока никаких новых врагов мы с вами не видим. Не знаю, будут ли они здесь. Но мне хватает разорителя. На самом деле он очень мощный. И смотри, 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 что происходит. Он идет. Надо его, наверное. А, мы сейчас его стрелами отравим. Все, мы его вообще, по-моему, в овцу превратили, поэтому он для нас уже не страшен. Так, метатели. А, вот этим бы надо бы, конечно, прокачать метательные топоры, чтобы они тоже могли бомбить. Ну что вы тут стоите? Машут они мне. Вот и все. Делов-то на копейку. Давай. Так, кто там у нас? Я пропустил, не посмотрел, кто у нас там пойдет. Ну, естественно, вначале идут налетчики. Плюс волки. Все шифпотребье поперло, да, значит, на нас. Ладно. Здесь мы с вами сделаем паладинов. Потому что они дольше сдерживают обороночку. Так, а вот тут вот как-то. Как-то, ребята, все у нас в разнобоечку немножко пошло. Давай, я даже не знаю, что и сделать. Так, надо нам, наверное, корни выучить. Корни выучили здесь. Так, здесь выучим гарнизон мушкетеров. Давай, немножко света. О, отлично. Ой, что-то как-то их многовато тут стало. Твою ж налево, ты посмотри. Это 14-я волна, оказывается, у нас идет, поэтому смотри. Ох, ё-моё, сколько их там идет. Плюс разорители. Ну-ка. Корни. Стрелу. Так, тут прокачано все. Здесь вот так вот.
все прокачиваем, пока есть возможность. Слушай, как-то мы быстро с ними справились. Ну и готовимся к последнему валу. Тиран. Друзья мои, оу, босс. Да ну, серьезно что ли? Ты посмотри. Че ты там делаешь? Монетки мне там подкидывает. Прикинь, чувак, на такой колеснице выехал. Так, Элора, давай мы с тобой посмотрим. Че он вообще хиляется? Или мне показалось? Нет, он, по-моему, хиляется. Не-не-не-не-не-не-не-не. Давай-давай-давай-давай. Бомби его. Блин. Чего-то не хватает нам. Так, Элора, уйди. Уйди, пожалуйста. Так, смотри. Не дают, да? Спокойно мне здесь поиграть со всех щелей. Оу, а как? Как они умудрились, друзья мои, пробить? Что, какое-то там достижение получил. Мне сейчас, честно говоря, не до этого. Нет, 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 нет. Лора, ты где? Быстрее сюда беги. Я что-то не справляюсь тут. Элора, говорю, беги сюда. Где Элора? Я не вижу ее. Вон она. Давай, давай, давай. Что-то у меня как-то тут вообще все кисло на самом деле. Так, этого бомбим мы, босса, да? Он что-то там... А, он напрямки. Он напрямки шпарит, ты прикинь. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Бражники, херажники, давайте, давайте. Так, Элора, быстрее беги сюда, к боссу. Замораживай там землю, что хочешь делай. Ну-н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 у. Осталось чуть-чуть, есть. Ух. Ну, ребята, вот как-то так. Все-таки я подбил его. Блин, ну одного противника мы умудрились с вами пропустить. Но зато мы вот прошли эту сюжеточку, да, с бандитами. То есть мы награбленное золото вернули. Отлично. Кстати, босс, самое, что мне понравилось, что босс не атаковал. Он, по-моему, просто двигался и все. Или, может быть, я этого не замечал, потому что я отвлекался на бандитов, которые там видели, да, просто ордой на меня перли. В общем, хорошо, что у нас все получилось именно так, как получилось. Ну что же, ребятушки, на этом будем закругляться. У нас осталось всего лишь раз, два, три, четыре, четыре миссии. Я знаю, что вот эти миссии, по-моему, будут самые сложные. Нежить, этот лес проклятый. Кстати, а вот это, по-моему, территория Везнана должна быть. Вот честно не скажу, но, по-моему, да. И здесь у нас заснеженные долины какие-то, наверное. В общем, это мы все с вами будем смотреть уже в следующих видосиках. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч.